но не итоговая совсем. Нет, это просто проект мой. Мы много лет думали о нем. Все, знаете, как так бывает, когда коллекционируешь фотографию, собираешь выставочный фонд и делаешь в своей жизни много выставок, всегда есть какой-то жанр фотографии, которую откладываешь куда-то в сторону. Но так получилось, что с портретом так происходило на протяжении многих лет. Он всегда откладывался, откладывался, но всегда очень хотелось сделать что-то большое, грандиозное про нашу страну, про нашу фотографию. Я бы хотела, чтобы было очень понятно, что, в принципе, портретный жанр – это, безусловно, салонный жанр. Да, но здесь это не портреты, это образы тех людей, которые жили в нашей стране. Начиная с 10-го года по 90-й год 20-го века. И мне кажется, что то, что мы собрались это сделать именно в этом году, именно сейчас, летом, именно у нас здесь в центре фотографии Небраска, как раз в октябре, очень актуально. Нам так нужен этот глоток того, что у нас все хорошо, что в этой стране жили прекрасные люди. Я надеюсь, что многие из них по-прежнему здесь живут. На самом деле ничего не изменилось. Если вы пройдете мимо этих фотографий, посмотрите в глаза этим людям, вы поймете, что они очень похожи на вас. Вы живете абсолютно теми же радостями, проблемами, горестями, печалями. Вы женитесь, влюбляетесь, ходите в школу, ходите к себе на работу. И абсолютно та же атмосфера царит сегодня в нашем городе. Эти люди счастливы, счастливы и мы. Мне кажется, что вот эта связь времен, которая сегодня, к сожалению, практически уходит внутри нас, этот проект нам поможет ее все-таки как-то закрепить, осуществить, дать ей возможность жить дальше внутри нас. Нам есть чем гордиться. Я думаю, что вы это увидите и с фотографической точки зрения, о том, что здесь собраны, в общем, фотографии классиков российской фотографии 20 века. Вообще нам есть о чем поговорить хорошего, когда мы пройдем мимо этой выставки, посмотрим ее и увидим, нашу прекрасную речку, скажем, что все в этой жизни было хорошо и будет обязательно дальше. Я тут представляю детский раздел, может быть, не случайно. Этим фотографиям, ну, где-то 30 лет уже всем. И 30 лет назад была другая страна, были другие, как говорится, чувства, другие мысли. Интересно их перенести в сегодня, показать сегодня людям, что мы чувствовали, что мы думали тогда. Поскольку мне, как человеку уже, скажем, скромно, не очень молодому, мне часто противно идет вранье, чистое вранье и фактическое, а самое главное чувственное, образное вранье. Мы были другими, называется. Вот это одна из попыток показать в данном случае детей. И я тут считаю, что у нас детская тема не раскрыта сейчас в искусстве. Она в основном ушла куда-то. Мы сейчас увлекаемся всякими формальными, так сказать, экспериментами. А детских каких-то работ, картин, вот если вы на скидку скинете, вы не вспомните ни одного, я сразу могу сказать. Это так и есть.